Дорога мужества привела сегодня участников бронепробега в Минск. У музея Великой Отечественной войны развернулась экспозиция боевой техники. БТР-40, «Катюша», «Волкодав» – эти мощные машины-оригиналы прокладывают маршрут впервые. Тысячи километров во имя Великой Победы преодолевают интернациональные экипажи – российские, белорусские, казахстанские, армянские. Участников полсотни. Завтра их можно увидеть в Минске и на линии Сталина. Традиционно у нас присутствует Беларусь, экипаж на ГАЗ-69, есть ребята с Казахстана, герои Прикаспийцы, и с Алатау, это еще одна поисковая бригада ребят. Лично для меня бронепробег – это в первую очередь возможность познакомиться с уникальной, так сказать, техникой. Ну, в частности, я еду на БРДМ, ехал на БРДМ-1 до Орши, сейчас на БРДМ-2. БРДМ-2, вот сама машина по себе очень интересная, уникальная. Будущему инженеру военных машин, так как я учусь в Московском автодорожном институте на этой специальности, для меня это в первую очередь ценный опыт. Этот бронепробег уже второй. Маршрут проходит по 10 городам Беларуси и России. 22 июня автоколонна прибудет в Брестскую крепость, а финиширует дорога мужества в Москве на Поклонной горе.